берега Москва-реки раскинулся мой город. Он зелен, он всегда красив и вечно будет молод. Мой Красногорск, любимая сторонка, мой Красногорск, ты родина моя. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город щедрости людской. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город щедрости людской. И в годы тяжкие войны ты защищал столицу. Волоколамское шоссе, как отзвук боли сердцу. Мой Красногорск, любимая сторонка, мой Красногорск, ты родина моя. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город верности людской. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город верности людской. Судьбой назначено тебе быть городом столицей всех подмосковных городов России, матери великой. Мой Красногорск, столица Подмосковья, мой Красногорск, ты родина моя. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город щедрости людской. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город верности людской. Красногорск, столица Подмосковья, мой Красногорск, ты родина моя. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город славы трудовой. Люблю тебя, горжусь тобой, мой город, город славы трудовой. Здравствуйте, дамы и господа, уважаемая публика, дорогие друзья, милые, добрые, хорошие люди. Здравствуйте, добрый, очень добрый, хороший вечер. И вот эта песня, которая прозвучала, ее ноты, цитата из мелодии, звучит здесь, в стенах этого дворца, и я думаю, одного из лучших, нет, лучшего в Подмосковье дворца культуры, приглашая зрителей в зал. И сегодня, и это очень символично, именно этой музыкой, именно этой частицей души виновника сегодняшнего торжества объединены мы все и приглашены в этот зрительный зал. И действительно, он был столь талантлив, этот человек, и юбилей, который сегодня на этой сцене, это целых 150 лет, 70, ну, а кто ж ему их даст, 50, творческой деятельности.
рабочего стажа, о Боже, как же я уже опытен и как я твердо стою на ногах. 30 в этих стенах этого удивительного дома, который объединял всегда множество людей. И вот и снова вместе. Так называется сегодняшняя программа. И я думала, ну как же, о чем же? Наверное, главная мысль того, что сегодня происходит, как это зерно сегодняшней программы, это великая объединяющая роль того человека, который объединил нас сегодня в этом зале. Он объединил под знаменами самыми сильными и крепкими любви и верности свою семью. Он объединил здесь огромный коллектив людей, о Боже, 50 и более коллективов, которые хотели самовыражаться, которые хотели встречаться с публикой и были вместе здесь, в этих стенах. Он объединял здесь более 700 мероприятий в год, зрителей, которые приходили и уходили с окрыленной душой, чтобы жить дальше. И самое главное, призывно объединял всегда и будет это делать сегодня тех людей, которые любят слушать его удивительный голос. Такой он, Григорий Владимирович Ткач. Давайте поаплодируем всем этим прекрасным жизненным достижением, потому что он так служит, потому что его день рождения, и он хочет, чтобы его все поздравляли. А меня зовут Илона Броневецкая, и я из числа тех, кто тоже снова вместе. Я думаю, для каждого из вас это вместе какое-то особенное. Я рада, что мне доверили эту сцену, этот микрофон, и доверили честь первой сказать. Уважаемая публика, на сцене заслуженный работник культуры, почетный житель города Красногорска, Григорий Ткач! Весь мой
Символическом рушнике, который, конечно же, является собой дорогу жизненную, яркую, вышитую разными красками, дорогу, которая привела вас сюда, Григорий Владимирович, в город Красногорск, наше дорогое, любимое Подмосковье. И поэтому Подмосковье, можно сказать, салютует, у нас цену приглашается для первого поздравления депутат Московской областной думы Галина Сергеевна Уткина. Вы не могли уйти. Так, Галина Сергеевна. Ну, это микрофон. Добрый вечер. Григорий Владимирович, сначала я, конечно, вас поздравлю с вашим юбилеем. Наверное, редко кому вот так вот везет, можно сказать, в одно время отмечать три даты. Это и день рождения, и сколько лет творческой деятельности и работы в одном учреждении. Я с ним познакомилась, когда он был директором Дома культуры в Москве. И хочу сказать, что вот здесь уже было сказано, сколько здесь коллективов, сколько людей проходит через этот Дом культуры. Он всегда жил такой активной жизнью. Но должна сказать, что годы руководства Дома культуры достались не очень простые. Это было, когда были кризисные у нас времена, когда на культуру денег выделялось из бюджета мало, когда на костюмы коллективам денег не было, и поэтому, конечно, стояла задача все это сохранить, но надо было еще и развивать, и поэтому я считаю, что Григорий Владимирович с этой задачей справился вполне. Он и сейчас не оставляет Дом культуры, он здесь всегда находится, преемственность соблюдена, Дом культуры процветает, коллективы, мне кажется, я с этой сцены всегда только и говорю, что коллективы такие, каких просто нет больше нигде. Поэтому я от всей души вас поздравляю со всеми вашими юбилеями. Думаю, что здесь собрались действительно настоящие ваши поклонники. Я уверена, что у каждого есть ваши альбомы с записями ваших песен. И поэтому, когда плохо вы споете или неплохо, я только удивлена. Вы сегодня должны были быть в белом костюме. Я удивлена. Да? Черная худит. О,
Он стройный, он молодец, поэтому я от всей души вас поздравляю. Хочу пожелать вам прежде всего, конечно, здоровья, ну и новых творческих успехов и всего, чтобы все было хорошо. И, конечно, в Московской областной думе нет наград, которые бы непосредственно были вот за ваш вклад в творчество, в культуру. Но наш почетный знак, высокий очень, это за труды, я вот хочу вам вручить. И хочу сказать, что пока, правда, без удостоверения, оно на подписи, потому что очень быстро все это пришлось сделать, но это все впереди, поэтому всего вам самого хорошего. Я думаю, что действительно аплодисменты сегодня угасать не будут. С праздником всех! Спасибо, Галина Сергеевна, спасибо, Галина Владимирович. Да, у нас все только начинается, как здорово. У нас сегодня удивительный концерт. А я вот, подхватывая эту мысль, я спросила, ну вот 50 коллективов Григорий Владимирович их создавал, мне сказали, нет, гораздо более ценное. Он их сохранил. И я думаю, это главное, да. К слову о нелегких временах. И еще, проходя где-то, я увидела огромный красивый гобелен. И я тоже, я говорю, господи, это же 70-е, 60-е. Это у нас такой директор. Мы так его любим. Так говорят здесь, все в этих стенах. Ваши аплодисменты. Ну, отвлеклась. Дело в том, что число почитателей творчества, творческих коллег относится вот этот удивительный коллектив Государственный оркестр «Гусляры России» под руководством народного артиста России Юрия Евтушенко. Юрий Пушкарев уже был у дирижерского пульта, но не успела. Давайте, вот этот оркестр сейчас будет играть для нас. И пусть он играет, пусть звучит этот удивительный инструмент. Юрий Пушкарев, заслуженный артист России. Вот. Дмитрий Шостакович, бац!
И сейчас, Юрий, вы получите первые цветы от Григория Ткача, ибо это, ну, вот такое внимание человека, который, да, знает, что значит эта сцена, этот зал. И благодарен тем друзьям, которые собрались сегодня здесь, на этой сцене. Спасибо, дорогие мои. Ну, а сейчас, опять же, вот, как бы оркестр послужил поводом для того, чтобы познакомились два талантливых певца, два интересных человека, и объединила их, ну, не любовь, можно сказать, к музыке, а рыбалка в большей степени. И теперь «Светлые горы», Владимир Владимирович Никитин, он сегодня в этом зале. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И снова мы вместе. Ездят туда два мужчины, ловят эту рыбу, разговаривают о высоком. И один из них Григорий Ткач, а второй – это тот самый удивительный артист, потрясающий певец, которого я сейчас представлю. Уважаемая публика, сейчас для вас поет народный артист России, солист Государственного академического Большого театра, лауреат конкурса имени Чайковского Владимир Мальченко. Thank you.
народный артист России Владимир Мальченко. Цветы. Григорий Владимирович говорит, я так давно знаю Володю. Я говорю, а я Володю знаю раньше. Потому что когда-то очень давно он был одним из солистов ленинградского ансамбля «Дружба» под руководством моего папы. Вот так мы сегодня встретились, и это было очень приятно. Вот сегодня действительно такой вечер. А те удивительные две певицы, которые выйдут на эту сцену, я у них спросила, а что для вас ткач? Они хором как-то сказали, все. А когда я спросила у Григория Владимировича, он говорит, ну это же, они же наши, красногорские. И сейчас для вас поют солистки Оркестра народных инструментов Дворца культуры Подмосковья Раиса Бакина и Валентина Пастухова. Thank you.
Валентина Пастухова. Аплодисменты зрительного зала и поклон. Нет, ну сначала, пожалуйста, совершите поклон. Григорий Владимирович, пожалуйста, дамы просили. Дорогой Григорий Владимирович, с днем рождения! Пусть голубыми будут небеса, и ветер радости наполнит паруса, чтоб верный курс держать на славу, на удачу, на то, чтоб стать успешнее, богаче. Под солнцем счастья мы желаем плыть, уверенным, здоровым, сильным быть, чтобы обойти все скалы, рифы, бели, легко добиться в жизни каждой цели. А так всегда и было. Ну что ж, цветы вам, Григорий Владимирович, соответственно, Раиса, не знаю, не уходите, пожалуйста, вам цветы от Григория Владимировича. Очень сложный обмен цветами. Так, цветы и подарки, да. Вот такой дружеский обмен. Григорий Владимирович, вы не уходите, пожалуйста. Не уходите. Конечно, он для меня последний директор. Я их сменила 5. А генсеков? Спасибо. Какая-то неловкая тишина. Юбилярная сцена. Нет, не уходите, пожалуйста, Григорий Владимирович, ибо у нас продолжение торжественной части, и на сцену приглашается заместитель главы городского поселения Красногорск Александр Топчий. Свет зажигать не надо. Добрый вечер, уважаемые красногорцы. Позвольте всех вас поздравить с этим праздником, праздником души, праздником песни, дружбы, верности, и выполнить почетную миссию от имени главы городского поселения Красногорск Павла Викторовича Старикова, вручить благодарственное письмо нашему юбиляру. Ткачу Григорию Владимировичу, заслуженному работнику культуры России, почетному гражданину городского поселения Красногорск, за многолетнюю творческую деятельность, плодотворное сотрудничество, значительный вклад в развитие культуры и искусства на территории городского поселения Красногорск и в связи 70-летием со дня рождения. Глава городского поселения Красногорск Павел Викторович Стариков. Спасибо. Юлия Владимировна, ну что ж, дорогие друзья, для вас поет заслуженный артист России Александр Топчий. Уважаемые друзья, дело в том, что мы с Григорием Владимировичем знакомы до нашей совместной работы в Красногорске, участвовали во многих мероприятиях, и поэтому душа вот подсказала, пожелала несколько куплетов написать для юбиляра. Ну как, что еще подаришь человеку, у которого, в общем-то, практически все есть? Песня написана в соавторстве с заслуженным артистом России Станиславом Шубиным. Посвящение Григорию Ткачу в день 70-летия. Годам ушедшим уже больше не вернуться, и как ни жаль, но так случается с людьми. Жизнь все спешит, и не успеешь оглянуться, а вот и 70 промчалось, черт возьми. Стремился к знаниям Григорий постоянно, родился в Жданове, где все вокруг поют.
и жизнь свою решил связать с баяном. Прошел училище, а после институт. Работал честно и по отзывам толково. Судьба ткача была по жизни нелегка. Прошел он путь свой от паркетчика простого и до директора важнейшего ДК. Пусть знают все, ни кочегар он и не плотник, хотя в строительстве имел немалый чин. Он для страны заслуженный работник, для Красногорска же почетный гражданин. Он о прошлом грустит, настоящим живет и мечтает о будущем часто, продолжая высокий красивый полет. Соловей красногорский прекрасный. Они с Ларисой уж полвека неразлучны. Два сына гордость, песни лучшие его. Пошли за дедом в музыку и внучки, что, согласитесь вы, бесценнее всего. Не помнит зла грибник в работе хватки, с Кобзоном даже сцену он делил. Достойно пел на мировых площадках, сам Виктор Гридин дружбу с ним водил. Пусть Стас Михайлов и Киркоров слух ласкают, поют Трофим и Басков Лепс и Гера Грач, а красногорцы, как и прежде, не считают, когда опять для нас споет Григорий Ткач. Он о прошлом грустит, настоящим живет и мечтает о будущем часто, продолжая высокий, красивый полет. Соловей красногорский прекрасный. И честно служит сердцу его разум, искусно может он напитки выбирать. Пусть для кого-то возраст 70 весь сразу, а для ткача же только 2 по 35. И мы желаем вам здоровья, песен новых, поддержки Божией, мира всяческих удач. Как на рыбалке, пусть у вас все будет клево, наш дорогой, наш юбиляр Григорий Ткач. Как на рыбалке, пусть у вас все будет клево, наш дорогой, наш юбиляр Григорий Ткач. Эх, повезло Красногорску с администрацией. Александр Топчевич, заслуженный артист России. Браво! Александр, цветы от ткача и аплодисменты зрительного зала. Ну, хорошо у нас с вами получается. А знаете, у меня есть внучка, и она все время читает стихотворение «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Я сегодня ехала сюда и чувствую, что у меня в голове крутится «Мой веселый звонкий ткач». А ведь правда же, вот веселый ведь, правда, и звонкий, как соловей красногорский. И нет в нем никакого возраста. И, наверное, жить, знаю точно, жить он будет долго и счастливо. Потому что заложен секрет долголетия, заложены основы этого долголетия. И сегодня в зале папа Григория Владимировича, Владимир Николаевич, которому скоро может быть, уже скоро будет 94, а он все такой же, Владимир Николаевич, мама, аплодисменты! Спасибо! Спасибо за вашу творческую удачу, вашего сына Гришу. Будьте
здоровы. Вот и все. А сейчас на сцене вновь виновник нашего торжества. Григорий Ткач, к микрофону. Не покинь меня,
не покинь меня. Во-первых, поаплодируем, во-вторых, мы продолжим. Ну, только не уходите, пожалуйста. Нет, не уходите. Заместитель главы Красногорского муниципального района по социальной сфере Игорь Александрович Тельбухов. Начальник управления культуры по делам молодежи, физической культуры и спорта, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Михайловна Ковалева. Добрый вечер, уважаемый наш юбиляр Григорий Владимирович. Добрый вечер, уважаемые красногорцы. По поручению главы Красногорского муниципального района Михаила Васильевича Сапунова, Григорий Владимирович, я поздравляю вас с этим замечательным юбилеем вашей творческой, трудовой деятельности и просто прекрасным юбилеем, который еще сегодня и состоялся в такой замечательный день Николая Чудотворца Зимнего. Вот. И я тоже поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Я также хочу передать вам слова поздравления от администрации нашего района, от Совета депутатов нашего Красногорского муниципального района. Но мне не хочется сегодня говорить как должностному лицу, мне хочется говорить сегодня как вашему зрителю, как вашему другу, потому что вы действительно достояние нашего района. Сегодня Илона просто прекрасно сказала о вас, о вашем творчестве. Я хочу добавить тоже к этим словам ее добрым еще несколько слов. Вот прошло буквально 5 лет, да, когда был ваш прошлый юбилейный концерт. Но сегодня вы перед нами стоите такой же молодой, такой же красивый, такой же обаятельный, такой же энергичный, как и всегда. Время не властно над вами. Это действительно так. Я хочу... Спасибо. Я хочу сказать, как много друзей у Григория Владимировича. Это и прекрасные оркестры, это прекрасные музыканты, прекрасные певцы, это благодарные зрители и ваши друзья, которые сидят в этом зале. Мы знаем, что вы сделали для Красногорского района, мы знаем про вашу душу прекрасную. Она украинская, она русская, она славянская. Ваш голос знает многие площадки нашей страны. Это и Россия, Государственный концертный зал России, Кремлевский дворец. Вас знают
и Крокус-Сити вас любят, очень и уважают многие наши известные исполнители и композиторы. У вас огромное количество заслуг и наград. Но я бы хотел сказать, что вы прежде всего эрудит. Вот нету такой области, где бы вы не заговорили без знания дела. Вы обо всем знаете. И когда мне сегодня, я думал, что же он больше всего, Григорий Владимирович, любит? Рыбалку, охоту, хорошее вино, или просто красоту, или прекрасных женщин. Он любит все. Очень много. Очень много было выступлений с нашими иностранными друзьями, с нашими побратимами. И Григорий Владимирович мгновенно находил слова, и он же и полиглот, сколько языков он знает, как он умеет общаться. В общем, это прекрасный, творческий, замечательный человек, талантище, душа нашего района, и пусть голос этот всегда слышится из наших приемников, из на наших CD-дисков. И просто воочию радуйте нас. Я желаю вам счастья, я вам желаю доброты, я вам желаю мирного неба над головой. Я желаю близким вашим родным и близким всего самого хорошего и доброго. С юбилеем, счастья и здоровья. Уважаемый Григорий Владимирович, есть такая фраза «волшебная сила искусства». Так вот, эта волшебная сила искусства, наверное, во многом помогает вам оставаться таким, каким вы есть, отдавать себя всего ранее работе, а сейчас творчеству. И, наверное, это будет продолжаться еще столько, сколько вы будете жить, потому что искусство живет в вас. Вы делитесь своим талантом с нами, и, наверное, главная черта, которая есть у вас, это искренность. Когда вы выходите к микрофону и начинаете петь, каждый находит отклик своей душе, именно ту тему, которую вы поднимаете той или иной песней. И, наверное, именно поэтому у вас благодарная публика, которая разделяет с вами все эти чувства. Я хочу сказать вам слова огромной благодарности за ваш труд, который вы принесли сюда, во Дворец культуры, многие годы руководя им. Эта работа была оценена по достоинству, вы награждены самыми высокими почетными званиями. Вы продолжаете работать и сейчас воспитывать и солистов, работать с оркестрами. И я думаю, что вы часть этой творческой жизни Дворца были, есть и останетесь. И, кстати, первая книга, которая вышла о Дворце, полностью рассказывающая ее историю, вышла тоже благодаря Григорию Владимировичу. Это было на юбилей Дворца, 25 лет Дворцу. Это была первая история, которая была написана всем творческим коллективом вместе. И вот вы продолжаете эту историю, и мы очень рады, что мы вместе, что мы поздравляем вас сегодня с таким замечательным юбилеем. И от всех нас, от всех работников культуры Красногорского района поздравляем вас с замечательным этим праздником. И сегодня мы хотим подарить вам именной пюпитр, на котором написано «Золотой голос Красногорья». Григорий Ткач, 70 счастливых нот. На этом пюпитре сейчас стоит, это ваш именной с надписью, будет всегда вашим. На этом пюпитре сейчас стоит поздравительный адрес, который также носит 70 пожеланий от наших работников культуры. 70 счастливых нот с юбилеем. Мы вас поздравляем и желаем вам долгого творческого пути, здоровья, счастья и быть всегда рядом с нами. Спасибо. Эти цветы, конечно, вам. Концерт продолжает народная артистка России Надежда Крыгина. Река Волга, танца и хоро.
Поездками. А карта действительно, ну она весь мир. Польша, Германия, Болгария, Греция, Турция, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Португалия, Мексика, Южная Корея, Тайвань, Япония и, как говорится, и многие другие страны. Я думаю, не каждый из народных знаменитых артистов может похвастаться вот такой творческой географией. Ну и залы, самые лучшие. Я посмотрела, он выступал там, господи, в самых лучших залах Москвы. Государственный центральный концертный зал «Россия», Кремлевский дворец, зал Чайковского, ну и Дом музыки, конечно. И вот в этом самом Доме музыки произошло знакомство, которое привело следующего артиста на эту сцену. Для вас поет заслуженный артист России Василий Пьянов. Thank you.
Кинулся в ночь морозу прямо к люшке своей, и помчусь я в ночь морозу прямо к люшке своей. Заслуженная артистка Сева Синикинов. Василий, цветы от Григория. Ну вот, не обошлось. Вы знаете, я вот Василий взял, все испортил. Я хотела сейчас отдельно сказать, что, дорогие и уважаемые зрители, вот сейчас у дирижерского пульта появляется заслуженный артист России Юрьевич. Максим Юрьевич Евтушенко, Юрия Пушкарева сменил. Да, и в этом, конечно, есть прекрасная такая нота вот этой вот преемственности поколений. И сейчас разговор пойдет о том, что на гуслях можно сыграть все. И потом хочу сказать, что однажды мне довелось вести концерт щипковых инструментов, что со всего мира, и я поняла, вот я уже сказала, что ну как пельмени, так и гусли, это все наше, и на этом играет весь мир. И поэтому фантазию на тему еврейских народных песен сейчас исполняет оркестр «Гусляры России». Солистка Ольга Алексеева, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат премии «Национальное достояние России». Итак, Ольга Алексеева, «Гусляры России». Поздравления Григорию Ткачу, который так любит петь еврейские песни от Московской областной филармонии. Все сказала. Thank you.
Давайте зазвоним Максим Евтушенко. И ваши аплодисменты. Браво! Это было блестяще. И вы знаете, как-то что еще на бис? Еще наши дорогие. Февраля этот самый оркестр при поддержке удивительной художницы, которая рисует песком, будет исполнять вот такое анимационно-художественно-музыкально прекрасное произведение «Русь былинная». Я думаю, это будет очень красиво и впечатлит вас на дальнейшие подвиги. Дорогие зрители, спасибо. Это была реклама. Ну, и еще, наверное, о секретах долголетия нашего дорогого юбиляра. Он мне признался, он говорит: вы знаешь, ну вот 50, 70, 30, а вот на следующий год мы празднуем 50 лет нашей совместной жизни с моей любимой женой. И сегодня в зале Лариса Федоровна, дорогие сыновья Павел и Антон с женой Юлией, и, конечно же, внучки от А до Я, Анастасия и Ярослава. Вся семья здесь сегодня. Но как же не петь, как не быть молодым и красивым? Поздравляем вас, Григорий Владимирович, вот именно с этим. Аплодируйте. И поэтому, я думаю, каждая песня – это объяснение в любви. Сейчас полиглот, как было сказано, Григорий Ткач на чистейшем итальянском языке исполнит вам две полетные песни любовного содержания. Спасибо, мунчей,
come se bella, più bella stasera Mariù. Splendido sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se verso destino domani sarà. Oggi di solo perché sospiro. Non pensare la vita d'amore e tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano si ame di sangue si stillano. Dimmi che il Signore non è, dimmi che sei tutta per me. Che visi il tuo cuor non saprò più, e parlami d'amore muor più. Творческие союзы, и Григорий Владимирович выступал бесспорно с этим блестящим оркестром. С оркестрами ансамблей песни и пляски войск ПВО, ВВС «Чистое небо», а вот ансамбль «Дважды краснознаменный» Государственный академический ансамбль песни и пляски вооруженных сил Российской армии имени Александрова выступал здесь, на этой сцене, и тогда произошло это знакомство. Ну, Григорий Владимирович говорит, ну, разговорились, поняли, что земляки, выпили, так родилась дружба. И сейчас на этой сцене выступает человек, голос которого, я думаю, покорял зрителей, ну, практически всего мира. Солист вышеупомянутого, доблестного коллектива, народный артист России Валерий Гавва.
народный артист России Валерий Гавва. И цветы неизменно. Спасибо вам большое. Такой дух у нашего сегодняшнего вечера. И вновь звучит музыка в исполнении Государственного оркестра «Гусляры России». Гусляры России, заслуженный артист России Юрий Пушкарев. И действительно, в каких только концертах не принимал участие Григорий Владимирович Ткач. Пел на одной сцене с Иосифом Кобзоном, земляком. Принимал участие в творческом вечере композитора Александра Морозова. И там, и сям, на разных лучших сценах. Но самое главное, что здесь, на этой сцене, он 5 раз выступал в программе «Шире круг», которую принимал Дворец культуры Подмосковья. И вы знаете, сегодня в зале та самая легендарная Ольга Молчанова, которая придумала и вела 30 с гаком лет по жизни эту незабвенную, любимую всеми нами программу. Ольга Борисовна, привет вам! Зажигала звезды, да? И с замиранием сердца из зала смотрела, как же проходят съемки любимой программы. А на сцене пел Григорий Ткач. И Ольга Борисовна говорила: «Боже ты мой, ну как же он поет!» И ведь прям так, как же хорошо он поет. И поэтому снова на этой сцене Григорий Ткач.
земля, снегов и лебединых облаков, земля и лед завысока. С печалью светлой молча смотрят на меня различные голоса. Земля моя, я сын твоих берез, я землю русскую от недруга сберегу. Я Богом все, что в роще золотых вовек не забыл. Thank you.
дорогая моя. Неразгаданная сила, неразгаданная грусть, неразгаданный огонь. Нет ни в чем тебе конца. И веками не понес. Знаю, обязан вам своим рождением. И сейчас на сцену выйдут те удивительные женщины, которые сейчас руководят детской хореографической студией коллектива «Россия». Но они выйдут, конечно, под предводительством того человека, который в 5 лет шагнул сюда, в эти стены, и танцевал, и был окрылен вашими идеями, да, путешествовал, и, наверное, поэтому сейчас, вот так зная все и с любовью в сердце, принял руководство этим дворцом, Дворцом культуры Подмосковья. Роман Александрович Хохлов, директор Дворца культуры, он вырос на наших глазах, и детская хореографическая студия ансамбля «Россия», и художественный руководитель дворца, и вам микрофон.
Уважаемый Григорий Владимирович, мне особенно волнительно поздравлять вас с этой сцены. Я лично от себя в первую очередь и, конечно же, от всего нашего многочисленного коллектива поздравляю вас с этим замечательным юбилеем, с этой программой. Я знаю, как вы долго ее готовили, как серьезно к этой программе подошли, и она, вот, честно признаюсь, удалась. Удалась на 300%. Я вас поздравляю в первую очередь с программой, с юбилеем. Весь коллектив вас любит, ценит, уважает. Дай Бог вам самое главное здоровье. Остальное мы сделаем все вместе. Нам сказали «коротенько», поэтому мы «коротенько». Мы вас очень любим, мы вас поздравляем. Мы ваше творческое детище, нам 25 лет. Мы желаем вам всего самого хорошего, здоровья, долгих лет жизни и больших творческих побед еще и дальше. Хореографической студии «Россия» 20 лет, и мы ваши детище, и вы стояли у истоков с глубокой благодарностью, с глубоким уважением. Григорий Владимирович, пожалуйста, оставайтесь с нами всегда, мы вас очень любим. У торта именинник должен сказать, обратиться к Григорию Владимировичу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли в это не самое благополучное время года. Свирепствует грипп, но у нас в зале очень много людей. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что наша встреча бы не состоялась, если бы, знаете, вот заканчивается фильм, идут титры очень быстро, и никто не имеет возможности посмотреть, а благодаря кому состоялось все. А состоялось исключительно благодаря администрации Дворца культуры. Вот директор Дворца культуры Роман Александрович Хохлов и его коллеги. И спасибо. И низкий поклон Ассоциации малого бизнеса, которые проявили инициативу и организовали нашу с вами встречу. Я хотел бы отдельно с этой сцены поблагодарить Веру Георгиевну Филобок, это удивительный человек, и Александра Александровича Рейса. Это люди, которые, я не знаю, это высочайшего уровня продюсеры. Вот, они позабыли о работе, они во многом помогли, и низкий поклон, спасибо вам огромное. Я не буду долго говорить, потому что можно сказать о многих людях, которые сидят в этом зале, потому что люди работали, ушли, вот, и как бы и сегодня такая возможность, что мы все встретились с вами. И я готов говорить еще долго, но надо ценить время. Оркестр живет очень далеко. Я хотел бы выразить слова искренней признательности удивительному человеку Илоне Броневицкой, с которой мы знакомы уже немало лет. Это удивительный, обаятельный, удивительный человек, который только вот было сказано, Илоночка, она говорит, конечно, я приеду. И вот приехала своим ходом. Илоночка, низкий поклон, спасибо вам огромное. Но если вы не возражаете, мы сделаем попытку под финал спеть «Севастопольский вальс». А, извините, вот Сергей Васильевич. Я извиняюсь за опоздание, Григорий Владимирович. Дело в том, что я сегодня был на балконе, пока я добежал и, так сказать, не успел включиться в группу наших сотрудников. Я от души хотел бы вас поздравить с этим замечательным праздником, с юбилеем, с праздником песни, с праздником творчества. И что я хочу сказать, Григорий Владимирович, вы понимаете, что та песня первая, которую вы запели, «Зорька алая», я считаю, что эта песня стала лейтмотивом вашей творческой деятельности.
лейтмотивом. Аплодисменты, Григорий Владимирович. Самая первая зорька, алая, любовь, сидит в этом зале, Лариса Федоровна. Любовь их такая крепкая, такая сильная, что я не могу передать словами. Любовь к тому делу, который Григорий Владимирович творит на этой сцене, творил в этом дворце и творит, и будет творить. Но еще у него есть другая любовь, которая заключается в хобби. И вот уже говорили про рыбалку, и вы знаете, я не могу не сказать сегодня о том, что есть рыбаки, которые ловят на удочке, на спиннинге. Но вы знаете, Григорий Владимирович такой мудрец в этом деле, что он умудряется ловить прям с очком. Прям с очком. Один раз мы были с ним на рыбалке, он подозвал меня и говорит: «Сергей, смотри, идут пузыри, там, наверное, рыба». Я говорю: «Да ладно, Григорий Владимирович, ну невозможно поймать руками с очком». Он поймал! Под Сашейкой провел по берегу и поймал. Аплодисменты замечательному рыбаку Красногорского района. Так что, рыбаки, берите пример. Григорий Владимирович, эти алые розы вам, а за сценой ждет вас большой, огромный подсашник. Пора переходить на крупную рыбу. Он большой, я его не вынес сюда. С праздником! Плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега пойдем и поем, и поем. И шумит над головой сад осенний листовой. Севастопольский вальс, золотые деньки мне светили в пути не раз. Ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Поляны туман, не вкусился туман. В эту ночь мы на пристань пришли проводить корабли. И с тех пор краю любовь вспоминая милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньки мне светили в пути не раз ваши глаз огоньки. Прежние штаны цветут, и опять я вас жду вдоль бульваров метров, и как в юности Севастопольский вальс, золотые деньки, разве можно забыть мне вас? Золотые деньки, Севастопольский вальс, помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Севастопольский вальс, помнят
оперы России. И Григорий Владимирович Ткач. Аплодисменты! Навсегда в вашей памяти и будет согревать всю жизнь, как самое сладостное воспоминание об успехе, справа, вот так, об успехе, который еще один раз имел счастье состояться на этой прославленной сцене. Дорогие, вешаем память здоровья, встретимся через 5 лет.